Всем привет! Сегодня мы будем делать красивый осенний маникюр. Как видите, лаками я уже ногти накрасила. Я использовала Милф белый и лак от OPI красивого винного цвета. Также нам понадобится слайд дизайн с листочками. Его мы будем наносить на наши белые ноготки. Сейчас я буду вырезать 4 слайд дизайна под ноготки. И к вам вернусь. Нам понадобится вода. Как видите, я вот вырезала слайд дизайны. Опускаем в воду, чтобы он хорошо намок, и выкладываем на салфеточку, чтобы промокнуть все капельки. Так он легко будет отходить от белой основы и сможем с легкостью покрыть наш ноготок. Обрезаем все лишнее и покрываем топом. Я использую гель-топ от El Corazon. Такую процедуру повторяем еще 2 раза. Сейчас я сделаю еще на 2 ноготках и к вам вернусь. Вот такой у нас получился дизайн. Красивый, осенний, очень легкий. На этом все. Всем пока!